Привет, мои дорогие! Хочу показать вам ободки, которые я сама смастерила для Марьяшки. Скоро лето, будем носить сарафаны, красивые платьишки. И, в общем, я решила. Я очень люблю цветочную тематику. Вообще для деток это, по-моему, самое вообще лучшее, что может быть. Вот. И я покупала и ободки ручной работы, я их показывала. Они стоят недешево, но мне хотелось что-то другое, более, скажем так, побольше цветов. Я искала на свой вкус, я найти, чтобы купить не могла. И в итоге я решила сделать сама. Я попросила мою Гюлю, она купила мне цветы, потому что они продаются. У нас есть за чертой города огромный такой рынок. И там можно купить все, что твоей душе угодно. И цены там оптовые. В городе, например, вот те букеты, которые она купила, вот он там стоит определенную сумму. В городе они стоят в 3 раза дороже. Вот, она мне купила 4 цвета букетика разных цветов. И я взяла ободочки и собрала Марьяшки. В общем, сейчас покажу, что. Обычно ободки вот эти оплетают. Но я не стала этого делать, потому что мне нравится то, что здесь вот эти вот, скажем так, зазубринки. Господи, я такая косноязычная стала, катастрофа. Не могу слов подобрать. И они просто хорошо держат волос, плотно сидят на голове. Первый ободок вот такой. Он как украинский. Ну, наподобие такой идет сплошной. Вот по голове идут цветы в обхвате всей головы. Мне очень нравится. Марьяшке очень подходит. Сейчас она у меня моделью не захотела поработать. Она там носится, карандаши сложила. Мама, это самолет, в общем, бегает по квартире. В общем, первый ободочек вот такой. Следующий ободок тоже такого плана, только без белых цветочков. Он поменьше на одну сторону. Они смотрятся изумительно, скажу без ложной скромности. Вот так вот это сделано. Я считаю, аккуратно. Нигде не видны места стыков. Вот это самое основное при сборке ободочка, чтобы не были видны места склеивания. Клеила я на силикон, силиконовым пистолетом. Меня, кстати, тоже Гюля им снабдила, а потом вообще подарила. Спасибо ей за это огромное. Она же у нас рукодельница, и у нее всего вот этого вот очень много для такого вот ручного творчества. Как-нибудь я на днях скажу, схожу Гюле в мастерскую и покажу вам, что она делает. Вы просто, я думаю, что будете в восторге, какие работы у нее. Вот такой ободок. У нас есть сарафанчик. Он с салатовыми, с такой салатовый крупный горох светлого цвета, с малиновым, салатовым горохом, и вот такой вот к нему ободок. И вообще много с чем можно это надеть летом. Можно было, конечно, сделать на белом ободке, но мне почему-то захотелось на салатовом, чтобы был такой контраст. Вот такой ободочек. Я еще и сделаю. Я хотела малиновый. У нас есть малиновые какие-то платьишки вот на лето. Малинового не было. Не было малиновых цветочков в этот раз, когда Гюля поехала. Были вот такие. Он такой вот розовый, не розовый. Он такой интересный цвет. Этот ободок у нас был, тоже Гюля его нам дарила. Там такая, вот такой цветочек был. Я его сняла, потому что очень сюда снова подходила ободка. И на него, в общем, собрала. Вот такой. Здесь еще кое-где нитки. Я вроде почистила силиконовые вот эти паутинки, но они все равно где-то проскальзывают еще. Каким-то образом они появляются. Вот. В общем, вот такая вот
У нас цветочная тема сейчас на лето. Мне кажется, красивая. Не знаю, как на ваш вкус. Портниха шьет Марьяшке сарафан. Я купила очень красивую тканюшку, штапель. И там вот присутствует голубой, такой темный цвет. Потом фиолетовый чуть-чуть присутствует, такой сиреневый. Ну и вот эти ободки вообще идеально будут под тот сарафанчик. Ну и не только под этот, у нее есть еще с чем носить. И с джинсами можно мешать такой спорт и нарядные стили. Ну вот так, девочки, вот такие похвастушечки. Сделать их очень несложно. Если кто-то захочет, то может совершенно спокойно сделать для своих деток. Главное начать. Глаза боятся, руки делают. Ну все, девчонки, всех целую, всех люблю. Всем огромный, преогромный привет. Валентина, вам особенно. Я в прошлом видео вас не упомянула. Стыд мне и позор. Все, всех целую. Всем пока. Берегите себя и своих близких.